и ровно через 50 лет ее откроют и увидят, что вы нарисовали. От режиссера фильма «Я робот». Что это здесь делает? Ты не должен был это приносить домой. Это собственность школы. Но, может, это что-то значит? Вроде какой-нибудь загадки? Послушай, я знаю, как это звучит. Но я нашел сходство этих чисел с датами всех самых ужасных глобальных катастроф за последние 50 лет, указанных последовательно. Землетрясения, пожары, цунами. Следующее число в цепи указывает, что завтра где-то на планете 81 человек погибнет в одной из трагедий. Стой. Давай сначала проверь еще раз. Системы, в которых у чисел есть значения, встречаются часто. Почему? Потому что люди видят то, что хотят видеть. Все в порядке? Простите, сэр, но вы должны вернуться в машину. Жертва есть? Пара ушибов. Ничего серьезного. Николас Кейдж. Числа — это предупреждение.